привет! Сегодня 6 марта и с вами Камила Хакимуллина. Будьте внимательны, ведь сейчас начнется рассказ о самых интересных событиях, которые пройдут в Казани сегодня. Смотрим! Концерт группы «Сплин». Ключ к шифру. Это фантастическое сочетание музыки и текста, где небесный хор воспевает жизнь городских окраин, где переплетаются судьбы людей и китов. Лидер группы Александр Васильев считает, что каждая песня – это зашифрованное сообщение. Посторонний человек ничего не поймет, но тот, кому эта песня понравилась и запомнилась, должен знать, что и у него есть ключ к шифру. Новые тайны и загадки первым делом. Но и «Орбит без сахара», «Выхода нет» и «Мое сердце» никто не отменял. Концерт Фирдуса Тимаева. Он популярен, он звезда, он знает формулу успеха. Знаменитый автор и исполнитель. Новая программа, колоссальная энергетика, любимые хиты прозвучат сегодня только для вас. Какие же замечательные концерты ожидают казанцев сегодня. Но на этом еще не все, ведь в нашей рубрике «Выбор есть всегда» подробнее в следующих сюжетах. Сегодня в нашем городе еще один концерт певца-легенды Габдельфата Сафина. Его проникновенный голос, тщательно подобранный репертуар, уникальная режиссура год за годом собирают полные залы благодарных зрителей по всей России. Еще одно событие на казанской сцене. Поклонников порадуют заслуженные артисты Республики Татарстан Артур Мингазов и Марат Галимов. Дуэт представит лучшие песни на родном языке под национальную музыку. Их исполнительская манера и вокал подкупает своей искренностью, а обаяние расположит к себе каждого зрителя. Не пропустите! Рассказ о самых интересных событиях ждет вас каждый день в нашей рубрике. Завтра увидимся снова. Пока-пока!